Hello, это Monarch Play, и у нас здесь продолжение прохождения Titan Quest. Поехали, что ли, наверное, нет, да? Почему бы и нет? За подтупливание, конечно, извиняюсь, но видюшка не первой тяжести. Более-менее нормально идет. Так что можешь задонатить мне на видюшечку. Там мне не на что донатить. Ну, в смысле, то, что нет ресурсов, когда можно было бы задонатить. Надо будет сделать какую-нибудь фигню, типа, то, что... Ну, хватит, ребзи. Давайте не так активно меня пытаться убить. А меня так не должна спасать эта штука? Так, отлично, сейф. Вот здесь мои эти любимые бесполезные ребята. Что они еще более бесполезные, чем там были. Ничего интересного. Почему мне снимает? Потому что у меня типа нет... А, у меня аж теперь нет защиты от огня особо, кстати, между прочим. Такой я вот... Вот такой вот я маг огня. Вот такой вот, без защиты от огня. Называется маг огня. Так, я так понимаю, что мне, в принципе, дальше-то как раз-таки сюда, наверх. Давай тогда зачистим до конца это полюшка. Более там что-то квестовое как будто есть. А, да, вон там еще одни. Погоди, ну как туда попасть? Или вообще не отсюда туда попадаешь? Нифига не отсюда, ладно. Тогда давай квест скилл вкачаем. Так, здесь у нас, значит, это последнее. А, кража энергии, уменьшение наступательной способности, замедления. Становится стихийным, не прям так, чтоб интересно. Вообще бы я бы вверх качал бы в теории. Потому что 6 нарядов явно лучше, чем 3, или сколько у меня тут сейчас. Ну, или давай. Так, это дает просто силу сопротивления кровотечения, сопротивление урона здоровья. А здесь у нас остается из интересного. Ну, только опять же вверх докачать, либо докачать. А, это максимум. Давай вот этот вкачаем. Я хочу максимально ауру огненную, ну, типа, попробовать ее вкачать на максимум, просто для интереса того, что сколько же она будет дамажить и насколько далеко. Ну, это должно быть все интереснее сейчас. А, но она бесполезна издалека, я понял тебя. Что? Оставь меня в покое. Я не хочу с тобой разговаривать. Я сказал, отстань. Серьезно, а что это демон, который не атакует меня? Странные демоны здесь. Здорово, ребзя. Давайте только не прямо быстренько меня пытаться убить. Как-нибудь спокойно, я сказал. Может, я только потому что те квесты были, поэтому они такие были сложные. Я, возможно, припустил какой-то итем, потому что я нажал. Хватит меня замораживать. Камень холода. Понял?
Это ошибка, короче. Я понял тебя. Вот оно что дело. Вот оно как играет. Короче, мы будем получать, видимо, по ходу дела эти камни. И их потом можно будет туда притащить, сдать. И получить, короче, очень классные ништячки. Фиг его знает, что там валяется за проходом. Я помню, что в каком-то городе мы уже встречали какое-то место, которое мы не могли пройти. Какой-то, типа, тоже сундук там был. Ну прикольно, тут для гармонии надо было, конечно, раньше вкачать. Отвенит меня. И супер терминатор. Накибатор. Замечательно, замечательно, это нам не интересно. Допустим. Кольцо собираем, остальное не собираем. Здесь же нет прохода? Нет. Большая пещера достаточно. Вау. Что-то зелененькое. Да как глянуть, потому что зелененькое такое выпало. А что, почему отключается эта штука? Так. Спасибо большое, что мне пихаете одни луки. Как будто я лучник, блин, великий. Снимали снова все, ты посмотри на них. А я думаю, что он не поджегся. Вообще, в теории, я могу не переключать. Сделать вот здесь вот... вот так... И вроде как на ER, если я правильно помню, можно лечиться, если я правильно помню. Здорово. Ну как-то герой вообще не герой. Так, на R, все, я тебя понял. R это эликсирчики жизни. Все хорошо. Тогда ладно. Тогда... Что я опять нажал? Что не так? А можно не так, пожалуйста, резко? Чего только мне механизмов здесь не хватало? Так, золотишко, золотишко, пожалуйста. Золотишко, золотишко, спасибо. Освободишко, 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 освободишко. Мудрые и благородные при жизни. Неужели они могли, судьи, раньше? Квест. Тебе снова удалось сделать то, с чем не справился я. Я явился сюда, чтобы освободить тени, но попался сам. У меня ничего не получается. Я считал, что никогда не увижу райских полей Элизиума. Но эта война предоставила мне еще один шанс. В башне суда полно демонов и злых духов. Я не могу подойти к ней. И я не совершил подвигов, чтобы меня судили как героя.
Я буду пытаться спасти беспомощных, как поступают настоящие герои. Я клянусь тебе всем хорошим, что есть в загробной жизни, что я верну тебе долг, чего бы мне это ни стоило. Без проблем. Вернешь, вернешь. Где они таскают с собой это золото? Мне просто интересно, в каком местечке у них там такой заветный карманчик, учитывая, что они кожаные ребята такие. Добрый вечерочек. Фигню какую-то подобрал, ну ладно. Добрый вечерочек вам всем. Можно я тебя добью, пожалуйста? Спасибо. Ну, ледяная фигня. Так, ага. Что за суперживучие демоны? А, опять меня все слезло. А, я обошел всех, да? Да. Ну давай защищать. Так, вы догорите без меня. Ну нет, я как-то будет страшнее намного, которые вылезли квестовые. Эти послабже будут. Но они не одеты, видишь, у них шмота нет вообще. Так, а получается, я здесь ничего не зачистил, да? Опять у меня слезло все. А почему у меня все слазит? У меня что, не хватает энергии? А, я сам себе слажу все. Зовут. Ага, отлично. Почему не подсвечивается теперь, что вас надо освободить? Типа достаточно душ освободил уже. Пещера шепота. Не похоже это на пещеру шепота как таковые. Если уж быть совсем честным. Да блинский, чё я все отключаю? Ладно. Будем дальше так гонять, потому что я случайно себе отключаю скиллы. Привычки. Заживляющее зелье, это отлично. О, паучочи. Как радостно встретить родных паучочек здесь.
Надо было, короче, брать кого-то мага, типа этого, например. Который нежить, чтобы бить по радиусу просто постоянно. Ну и зачем мне твой посох? Что он мне даст? Паучочи? Доброй вечерью. Что-то пещерка слишком большая, как она затянулась. Ой, между ними нельзя, короче, идти. У них эта красная нить, если между ними пройти, то она сразу здоровье снимет. Я тебя понял, у меня просто недостаточно быстро восстанавливается энергия. А каждый удар ее расходует. Все, я понял, в чем дело. Что-то квестовое находится. Так, мне нужно зачистить это пространство, потому что мне нужно чистое пространство для сражения. Паучечи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а чё так жестко? А можно как-то вот без этих твоих магий? Я его не грохну, мне кажется, чё-то. Что-то мне подсказывает, что так буду бегать очень долго. Ловушку. Паучечная. Половину жизни за один удар. Ловушку. Автоплит. Энергия. Ай-яй-яй, это очень плохо. Чувствую, что произошло. У меня снялись все эти. Можно, пожалуйста, поменять? Ах, отлично. Лечимся, так, не торопимся. Сейчас его все равно положим уже. Если только он мне быстрее не положит. Нет, не получилось мне. И все это ради... Чего это все ради было? Ну, давай, выпади какая-нибудь нафигня еще. А, это зеркало, это психея. Ясненько, еще один квест выполнили, в принципе, можно сказать. Так, а почему я не взял заживляющее снадобье? Здесь мы, в принципе, все зачистили, да? Все равно дальше с моей проход есть. Не, ну получать это прикольно, конечно. С получачами мы очень достаточно комфортно имеем дело. Надо еще следить за энергией, блин, каким-то фигом. Вы свободны, летите. Так, здесь прохода нет. А тут, в принципе, больше проходов нет. Ну и отлично, все, мы зачистили. Странное ощущение, короче, игра в целом как будто идет плавнее, чем вот даже на 1080. Как будто бы вот, ну, типа драйвера или что, я не знаю, решает. Но... вот эти подлагивания, ну я знаю, с чем это связано. Это связано с тем, что у меня просто там видюха была дохлая. Она типа, короче, ну ей лет-то прилично, она уже бабушка практически, ей лет-то, наверное, 10. И как бы она и так там еле-еле живет. Я рад, что в принципе она живет. Thank you.
Запчасти, запчасти. Пожди нам еще запчасти, пожалуйста. Долина скорби. Звучит как-то печальненько, да? Дрова бесполезная. Все бесполезные. Даже если в упор стоять. А если не стоять, так вообще, наверное, бесполезные. Я так... А, нет, это я пролетел просто локу. Давай посмотрим, что там есть еще. То есть все? Вся полезность этой локи в этих бесполезных чудиках? Да. Не, визуально, может, они и прикольно выглядят, но их надо было переделать. О, магический сундук, можно я открою, пожалуйста? Когда уже начнутся эти махи постоянно будут бегать? Чублики, эти демоны, которые... На, ну не успела сказать, вот они тебе, на. Пожалуйста, распишитесь. Ну, одетые. Одетые уже опасно. Что-то выпало. Что это такое? Да ладно, мне кажется, выпал шмот, по-моему, который можно засунуть. А, нет, просто. Это шлемаках. А, так, сопротивление яду. Ответный урон, физический урон. А что это дает боевой горн? И что? И... А. И зачем? Может, выглядит, конечно, прикольно. Защиты больше. Но урона меньше. Ну ладно, давай погоняем чисто, хотя бы, чтобы, ну, вид хотя бы какой-то изменившийся был. Потому что, ну, совсем, конечно, бегать с одним шлемом я всю игру тоже не хочу. Хотя бы, типа, выглядеть будем соответствующе. Я так понимаю, это их традиционный шлемак. Да, вон он у всех. Ну и пускай что-то кастуется при низком здоровье, чё ж, я не против. Я только за. Такое длинное название явно должен быть дорогой, да? Та-да-дам! Та-дам! Блин, надо следить за энергией. Энергия заканчивается, становлюсь немножко более бесполезным, чем обычно. Та-дам! А вот, конечно, с луком ядовитым этот, конечно, нам мог бы помешать. Как не вовремя экран решил отключаться. Сейчас, стоп. Экран, ты это... Не надо. У него типа спящий режим. Чтобы знать, сколько должно быть здоровья на этом уровне, точнее не здоровья, сколько на этом уровне должно быть нормальным защита считается количество. Но удивительно, что я от них не умираю. У них хпшек мало. Я ожидал от них, честно говоря, большего. Значительно большего я от вас ожидал, а не то, что вы будете дохнуть с одного удара этого. Типа до вас даже, блин, крабики не дохли с первого удара, а вы дохнете с первого удара. Это не интересно. Мы так не договаривались совершенно. Собираем, собираем, собираем. Так, раз, ловушечку на. Два. Ну да, смотри, просто толпа. Так не договаривались мы. Я ожидал, что на них буду умирать просто, что они прям будут меня... Что называется... Во все и вся. А они что-то какие-то очень нежненькие оказались.
теперь сналось все, блински. Я бы рад сходить в пещеру, но я почему-то думаю, что мы не зачистили локу до конца. Так, до пещеры, да, вон там та часть, еще посмотрим, что есть. Просто пещера, по-моему, проход в следующую локу. А я в следующую пока что не хочу, пока это не зачистил. Да, спасибо большое, что я не успел на себя наложить, ты уже все снял, решила. Ай-яй-яй-яй. Да не надо. Любят они поснимать, конечно, энергию. Так, не понял. То есть и это проход, и там есть проход, и здесь проход есть. Сейчас тогда надо вот там вниз сходить. Еще было здесь проход вниз куда-то. Вот тут вот. Ага. Ну ладно, тогда пойдем, короче, пещеру зачистим. Че уж нам, героям. Атака, энергия. Здорово, мелочь. Меня волнует сначала разобраться, конечно же, с магами. Тут все в помесь. Нет, не надо так прям совсем все вместе. Я не готов таким количеством вам сразу. Сейчас кикнут. Ладно, давай отхилимся, я не хочу умирать просто лишний раз. Чё-то как-то я слишком нагло полез на них. Они, конечно, не супер живучие, но... прямо смотрю, собирать их наглую толпой не очень лучшее средство. Там тоже квестовый какой-то чудик стоит. Спасибо. Надежные по ножам мне очень были нужны. Ага, вот ты где. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так. Ну ладно, давай. Чё-то я ожидал тебя сильно большего, если честно. Уж очень сильно много больше от тебя ожидал. Прям печально как-то, а? Это будет великий бой. Великий бой демонов. Получился какой-то великий не бой. Аноби не представляет, до чего докатились демоны. Они привели эту тварь и скармливали нас ей. Это было ужасно. Ужасно. Сначала она съедала по одному из нас в день. Затем она выросла, и вырос ее аппетит. Скоро должна была наступить моя очередь. Я помогаю жрецам уже более 1000 лет. Я никогда не думала, что здесь что-нибудь может измениться. Но сейчас мы должны серьезно задуматься. Задумайтесь. Наверное, пора было бы и раньше задуматься. Что-то мне подсказывает, не? Здравствуйте, к вам в гости можно? Что-то дохнут они, конечно, как мухи.
Окей, зачистили, так и быть. Так, у меня просто не устанавливается магия, я понял. Что ж, ладненько, на этой прекрасной ноте, я думаю, что, в принципе, мы тогда и закончим. А спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу Дискорда, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.